Всем здравствуйте, с вами Томас. Собственно говоря, недавно начал играть в эту игру под названием Rust. Но эта игра, собственно, такая что-то наподобие выживания. То есть вы первобытный человек, и вам надо выживать, как-то пытаться. Я, собственно, сам добывал долго ресурсы, нашел их, то есть ни у кого не воровал, как другие делают это, и построил такой каменный дом. Собственно, как видите, входных дверей нету. Ну, это дом трехэтажный. Входных дверей нет, сейчас объясню почему. Если у вас стоят вот такие деревянные двери, то буквально вот топором так недолго, там, не знаю сколько, примерно минут, ну, 3-4, может меньше, я точно не знаю, не пробовал. Ломают, то есть вам сломают и все. А как понимаете, нету каких-нибудь там каменных дверей, есть только деревянные или металлические бронированные, которые я, собственно, и хочу. В общем, вот можно вот так, как я вам показал сейчас, включить костер и, допустим, пожарить мясо какое-нибудь, которое вы добыли с какого-то определенного зверя. Есть такой вот топор, есть, допустим, копье вот такое, точнее не копье, а лук. Вот. Копье есть вот такое, сейчас покажу. Я хотел показать копье. Вот такое. И, собственно, вот это все можно делать. Вылазю я очень необычно. Собственно, я сейчас вам покажу, как. В общем, делаю вот так блок. Чуть-чуть не там сделал блок. Ну ладно. Сейчас этот блок сломаю, потому что он все равно не укрепленный здесь. Так, план положим сюда. И, собственно, я вот вам такую небольшую серию запишу, как на первый раз, думаю, хватит. Вот как я огородил свой дом такими стрелами. То есть, если на нее попадешь, то, собственно, сразу через 10-15 секунд умрешь. Вот. И сейчас покажу быстренько охоту, потому что уже темнеет. И когда темно, в общем, не очень комфортно записывать. Вот как я попал сюда. Собственно говоря, сразу возьму вот такую. Это такой шприц, то есть первая помощь, если что. Можно вколоть, если там какой-нибудь медведь на, то есть на вас напал как-то или еще что-нибудь. Возьмем сейчас, я думаю, лук. Вот, надеюсь, вам понравится вот эта игра. И вы оцените лайком и подпиской, собственно говоря, вот такой мой дом. Я думаю, совсем даже неплохой, действительно. Так, ну этот дом уже взломанный, туда смысла, я думаю, нету идти. Сейчас я вам покажу, как я, допустим, поохочусь на кого-нибудь, там, волка или еще кого-нибудь. И, собственно говоря, думаю, на этом хватит. Такая, как первая вступительная, извините, это альфа-версия игры. То есть еще официально вообще не выпущено. Вот, допустим, как дерево я добываю. Вот, видите, и добавляется вот так. Я сейчас быстренько это сделаю. Чуть-чуть добудем, допустим, да? Ну вот. Можно сделать, допустим, костер вот такой. Вот, видите, вот такой. Это альфа-версия игры, поэтому еще, собственно говоря... А вот и медведь. Собственно говоря, еще виснет сама игра немного, поэтому... Все, видели, как я убил его. И сейчас могу я, допустим, добыть из него какую-то там... Вот какой он здоровый. Сейчас добываю, да, и добывается вот жир и ткань. То есть ткань, допустим, там делать... вот еще один. Ткань, допустим, делать какую-то там, допустим, не знаю... Надо сразу копье достать. Ну, я к нему не полезу, что-то я не хочу. Или давайте. Все же мне... Да он бежит от меня. Вот, собственно, на это и нужна вот такая вот. Сейчас покушаем немного. Вот видите, вот было 10 этих кусочков, теперь становится вот меньше все, потому что я нажимал каждый раз и кушаю. Сейчас добудем быстренько еще с него
что-нибудь. И, собственно говоря, я думаю, на этом мы закончим. Вернемся. Вернусь я к себе домой. Ну, как раз вот ткани мне не хватало, потому что ткани очень расходуются. То есть, допустим, если вас там убили и еще что-нибудь, то каждый раз надо сделать новую одежду. А ткани немало надо, и дерево надо там, и всего. Так, ну это взломано, я как понимал. Вот такую я хочу дверь сделать, то есть... Да, что-то прям эти медведи прям так и лезут ко мне, да? Так, сейчас обинтуемся еще. Я специально, собственно, для этого и взял, чтобы не умереть, потому что вам все равно интереснее будет, когда я буду так вот выживать. Какие-то еще вот фрагменты. Я, правда, все это не знал, как переводится, но... Вот возьмем, вот, допустим, посмотрим. Это взломанный уже дом, как видите. Какой-то здесь, не знаю. Вот такую я дверь хочу. Ну, тяжело вот этот металл найти. То есть он где-то вот там на полях, всюду вот, собственно говоря. Ну, оттуда я уже никак не перепрыгну. Вот такая вот, вот такой этот раз, такая-то игра. Собственно говоря, пишите в комментариях, что вы хотели бы увидеть в этой игре. Там, допустим, как я, допустим, какие-то добывал еще ресурсы, или охочусь, или ищу каких-то, допустим, да, игроков там. Вот, потому что, допустим, довольно-таки интересна действительно эта игра. Вот, я очень рад. Ну и что я добыл? Я добыл 900 мяса, вот как видите, 5000 дерева, 3000, ну там с чем-то ткани и 6750 костей. Вот. Сейчас я уже пойду домой. Точнее, я сейчас здесь телепортироваться можно, потому что этот сервер с модами. Ну и, собственно говоря, уже меня телепортировался домой. И, собственно, вот неплохо я добыл вот этих действительно ресурсов, я так считаю. Кстати, в этой игре есть чат, плюс есть еще там, допустим, голосовая связь. Вот, так что довольно-таки, правда, интересная игра. Если еще кто-то не подписался, то подписывайтесь. Если не поставили лайк, то ставьте, собственно говоря. И пишите, собственно, в комментариях, что вы хотели бы увидеть, чтобы я сделал в этой игре. То есть, конкретно пишите. Ну что ж, с вами был Томас. Всем пока.